Так, пока пишем второе КТГ. Вот все анализы, КТГшки, все в палате в личной проходят. Даже УЗИ сюда приходят делать, вообще выходить никуда не нужно. Сказали поспать, я чуть-чуть смогла поспать, только засыпаю и схватка, только засыпаю и схватка. Вот, сейчас покурю. Так, пока у меня интервал большой между схватками, приду себе в порядок еще раз. Помою голову, хотя вчера ее мыла, но потом неизвестно, когда я смогу ее помыть. Вот. Буду ждать, наслаждаться своими схваточками. Пока что раз где-то в 20-15 минут. Вот. А терпимый, ну, как при месячных, так схватывает и отпускает. Чтобы вы понимали, насколько я сумасшедшая. Если у меня белая сорочка, значит, у меня должны быть белые носочки и белые тапочки. Мне кажется, такая...